А, ты хотел уехать? Билетов нет? Ну, на полседьмого. Вообще сейчас билетов нет. До полседьмого нету билетов? Серьезно? Ну, там обычно за 2 часа все стыкается. Иди. Давай. Есть 30 минут. На 30 минут записи осталось. Хватит, блядь, 30 минут, не хватит, хрен. Я думаю, это начало. Не-не, это второй сет. Борьба только начинается. Я в этом смысле. Да, Макс в конце, конечно, блядь. Слил. Надо было брать. Нервы. Иногда передёргиваю. Хорош! Вы играли, нет? В смысле? Вчера, да? В прошлом году играли. А в этом году мы играли только на одном этапе. Мы играли в этом, в Тарту. Но там тоже собралась такая компания в Тарту. Ну все приехали, такая банда там. Квалификацию даже не прошли. Латыши? Латыши тоже, да, были в Тарту. Жопа, квалификацию не прошли. Серьезно было. Ну там из квалификации из 3 команд с подгруппы только одна выходила. У нас подгруппы вот рядом сидят. Они четвертое место сейчас здесь. Они в нашем старте у нас подруги. Вот здесь четвертое заняли сейчас. Да. Вздыхать здесь, а как третье заняли. Они что-то сдулись. Что-то сдулись, да. Понятно. Кстати, солнышко, нормальная погода будет. Сейчас бы еще волик погонять, главное, чтобы сетку не снимали. Я сейчас быстро снимать начну. Хотели еще поиграть? Этот Кучерова вечером тоже в сансете был. Мы практически вместе выходили из клуба. В 4-м часу был. Тоже, который копает там. Он типа тоже как раз участвует в организации. Бабло делится. Ну, не знаю, делит он там. Навряд ли он делит. Мы вот сейчас на полопате, а не по финансам. Ну, конечно, какую-то конфету, конечно, накидаем. Не, ну из погоды по-любому реально, в Таллине вчера поливало, блин, там зато. А здесь солнце, блин, весь день. Приехали, охренели просто. Еще ехали, думали, будет, не будет, задали, выехали, перестал сюда прыгать, вообще солнышко, классно. А было сразу еще рвать. Да-да, мы уехали в 10 часов утра. А я в 4, ну, горю сейчас. Ну, я думал, нам в Пире-то поиграть все-таки недалеко. Ну, в Пире-то, когда хорошая погода, все время ходит. Ну, не к Моржам, а к Фламинго. Я так, у Моржей 6 на 6 по-другому. Нет, 6 на 6 это не мое. Ой, какая! О! Пойду по лесу. Да, просто к Моржам много знакомых приходит. Так. Я просто в Финляндии живу. В Таллине. Перебрался в Финляндию навсегда? Веспа. А, Веспа. Снимаешь квартиру, я купил. Долго туда не живет? 7 лет. О, блин, ну, тогда конечно. 7 лет, это уже срок. Да, ну там пляжки не очень популярны, да? Да, ясно. Да? По пляжке. Человек 200 будет. Да. Тоже играешь там? Ну я профессионально играю. Спину. Работы полно было. Квартиру купить надо было впахивать. Что надо было? Впахивать надо было. А, молитвы. Ясно.
Конечно. Естественно. Командировка. Логично. Да, не знаю, я потеплее все равно хочу, не хочу, я в холодную здесь. Ну, я думал, так, было 3-4 пляжа, я свалю, как бы есть, как затягивать, скоро не смотрю, все под видом, там и зал пляжа, и как. А рядом Веспо, да? Хельсинг. А, ездишь в Хельсинг, да? 15 минут. На машине? Из Веспо 15 минут всего ездишь? Нет. Это как считается большой Эспо, ну, да, 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 да. На краю, на границе Эспо. Дороги хорошие. Квартиры дорогие, если так покупать? Сколько? Эспо там отставить. 150 там, не так уже забыли. Чем дальше перепишем? Ну, да, центры хорошие места, 200-300. Ну, не эстонские центры. Ну, там не квартиры, как у нас в спальных районах, не такие квартиры, поэтому сравнивать не надо. У нас, извини, тоже в центре, если нормальный дом где-то, там тоже квартира будет стоить для этих минимум 1.5-2 миллиона крон. Это уже выше 100, это уже выше 100 тысяч, это уже выше 100 тысяч евро. Понятно, там с видом на море это сразу в 2 раза выше. Ну, цена. Конечно. Там, с видом на море там просто. Вот с намеки сравнивать нечего. Хорош! Да. Да, где 2.5 года в Дублине было. Было там. На Temple Street. На Temple Street. Ну, Temple Street это там в такой жопе, как бы. Основной все-таки это центр туристический Grafton Street, Henry Street, O'Connell Street. А Temple это там, где завод, да? Не-не-не, это где? Сам центр. Да, я даже не или знаю. Или Temple Square. А может быть Square. Где пешеходная эта улица? Может быть Square, да. Потому что... Ну, Пепси-бар маленькая, эта улица в центре. Пепси-бар. Маленькая? Ну, это пешеходная, где не ездят. Блять, там даже в самом центре и то ездят. Не-не-не, самая маленькая, которая идет, она там Хенри Стрит переходит в Талбот Стрит, там Павел Пары. Нет, там центр очень большой. Я бы даже там, короче, одни папы. Около шпиля этого. Я наверх посмотрю. Не-не-не, центр, самый центр, это вот этот шпиль на Окона. Который, блядь, который, блядь, ехал на... В темноте туда приходит. Все равно. А, вы только в темноте? После работы. Жестоко. А чем ты там занимался? Да, так, работал и отдыхал. И... Хороший темнот. Нормально. Да ладно. Да ладно, он не мешал никому. Да, давайте засунем. Да, судья для сучок сразу. Да-да-да, народа сидит, молчит, такое не было. Мячик отдают. Все ясно. Народ без прямого. Судью намыло, блин.
Лиза, подойди, крикни, судью намыло. Да дай ему вообще. Дай ему в очко вообще. Нельзя же так конкретно засудить. Нельзя же так конкретно засудить. Сколько раз он теперь Пола будет закрывать Макса, будет бить в блок? Ну, у Макса сейчас башню снесло, ему надо успокоиться. Ему успокоиться, иначе он будет ебашить чисто, вот я говорю, ну сетку. Ну вот, я говорю, что сейчас вот просто да. будет со злостью, да. просто в блок. Да. Силой хочет. Ну, ты крикнешь, он собрался. Лучше мимо мячика просто рукой по жбану. Забыли, давай! В принципе, с другой стороны, играть надо так, чтобы, бля, судья и прекрасно. Да. Значит, надо один раз промахнуться именно не в поле, а по мячику попасть так, чтобы судья. Подальше. Его забирает по частям. Ну, извини, промахнулся, сорвался мячик. Очки это самое, Виктор Лоран в третьем. Да, что-то и по прием не пошел у Макса. Я не могу не видеть, а так что я сказал, пора полный рух и вас. Толстый.